Вспомнила, что у меня есть формочки для печенюшек рождественской тематики и решила приготовить печенье с интересной идеей и подачей. В конце видео будет основная задумка. Но для начала нужно сделать тесто. 100 граммов масла, 3 столовые ложки сахарной пудры, 1 яйцо, также 1,5 столовые ложки сметаны и 260 граммов муки. Обязательно соду гасим, добавляем ванилин, либо ванильный сахар, а также щепотку соли. Точные пропорции найдете в описании. Тесто убираю в холодильник минут на 40. После охлаждения тесто достаю и делю на две части, с каждой раскатываю пласт. Ширина или толщина пласта примерно 2 мм. Если вы хотите хрустящие печеньки, делайте тоньше. Если хотите мягкие, тогда пласт теста должен быть немного потолще. У меня получилось 1,5 противня печенюшек. Выпекала я их 15 минут при температуре 180 градусов. Для помадки взяла в равных пропорциях горький и молочный шоколад. Еще добавила по столовой ложке растительного масла и молока. Короткими импульсами разогревала шоколад в микроволновке. Украшаю печенье вот таким образом. Также использую посыпку кондитерскую новогодней тематики. Печенье нужно обязательно охладить, чтобы шоколад стал твердым. Это печенье однозначно украсит ваш новогодний либо рождественский стол. Также его можно приготовить с детьми. А еще оно очень вкусное, рассыпчатое и прям тает во рту. Но еще моя задумка заключалась в том, чтобы это печенье подарить коллегам либо родственникам. Я купила кондитерские треугольники, а также новогодние наклейки. И посмотрите, каким образом я упаковала это печенье. Идеальный подарок для коллег. Если понравилось видео, не забудь про лайк, подписывайся на канал, впереди много интересного. И всем огромное спасибо за просмотры, теплые либо не теплые комментарии, а также ваши реакции. Пока.